конца Средневековья несколько раз делал ремонт перекрыта крыша. Конец 18-го, начало 19-х столетий. В этой крепости стал гарнизон российские воины. Кирилловского полка. Это был склад для боеприпасов. Две емкости построены в 1375 году при консуле родителей Гимонтаж Донаха и Сержения. Через Симферополь. Виноградная довилка. Тарапан, где ловили виноград на сок, сухло, пути образования получалось вино. Что на гарни первосортное, что отжимки под пресс. Тут слив. Давили на сок сусло. Готовое сусло перебивали фифосы в броне. Конкретно что? Вот, это пресса жернова. Это четко я сказала. Вот, вы. Что еще? И там такая маленькая емкость. Я хорошо рассказывала. Дева Марии. Вот он весь судак. Вид с Генуэзской крепости. Внимание! Между восточным фоном крепостной горы и горло Чакая Садарская бухта. Это наш Садарский пляж. Занимает третье место после Евпатории и Феодосии. Он мелкогаличный. Первая гора Алчак, Сюкского низкий. Вторая Меганом. Мега с греческого. Много, большая область, много поселений. Вот там, на восточном склоне, карьер добывает серый известняковый сланец, песчаник, дикарь. Называют судакский камень. Повторяю, из него в основном строили, в основном из него реставрация. Ай Георгий, три вершины. Святой Георгий. Панорама Судака. В Судаке проживает около 16 тысяч населения. Развивается как курорт. Есть пищевая, винная промышленность. В долине Роздовы вот эфиромашный культур, в поселке Новый Свет, известный в Европе за пределами Европы, завод Шампанский. Среднегодовая температура Судака плюс 11,9 градуса Цельсия, климат близок к средиземноморскому, сухое теплое солнечное лето, непродолжительная малоснежная зима. До Октябрьской революции дешевый курорт, а сейчас, скажем, сравнительно недорогой. И все по берегу.
побережье, Волчатка Яр, найден смотринских басковских монет, серое высокое здание военной санаторий Судак, большая территория, красивый парк, туристско-оздоровительный комплекс Судак, коричневая крыша, дымится труба, и дальше тоже частная гостиница, и домик, два этажа с мансардой. Это музей истории Судака. Мы вас туда приглашаем, понедельник, выходной, все дни рабочие. Вон высокое здание. Георгиевская башня, самая заметная в Судаке. Вот они, бывшие здесь комнаты.